Экстренный выпуск. Война глазами очевидца. На Хилию пришла война. Военные корабли Дунт взяли мирную планету рудокопов в кольцо. Генерал Кхек, главнокомандующий корпуса Альфа, обратился к народу с пламенной речью. Сограждане хилийцы, наступают тяжелые времена, и только космос. Началось. Скорее, Фен, запрыгивай! Предупреди Пейджа, я займу щитом! Беги же, скорее! Щит активирован. Щит дезактивирован. На вашем щиту в Оптиме задолженность 350 единиц. Подача электроэнергии прекращена. Да вы что, шутите? Благодарим за сотрудничество. Покажи им, Джейд! Ну-ка, все внутрь, я! Thank you.
Будет чем расплатиться за ремонт Hovercraft'а. Вот удача! Эй, секунду, отсканируй эту штучку, лады? Лады, дорогуша. Арамийская жемчужина. Буэно, деточка, я проверил твои, так сказать, системочки после битвочки. Осторожнее, в твою психокармочку проникло что-то чужеродное. Корпус Альфа, патруль 21. У нас все чисто. Можете безбоязненно выходить. Гидра войны вновь нацелил свои уродливые головы на Хилию. Пострадало мирное население. К счастью, элитные подразделения корпуса подоспели как раз вовремя. Я веду прямой репортаж из приюта на Южном маяке. Здесь двое отважных и преданных своей стране граждан дали кровь детям, чьих родителей похитили Дом. Мисс, несколько слов для наших слушателей. Да-да! И тому подобное! Что-то вы, ребята, не особо торопились! Продолжайте в том же духе! В следующий раз будет уже не... Кого спасать? Снято! Слушай, папаша, не пыхти. Захотел в пятак получить. Все, ребята, мы закончили. Снимаемся! Спасибо, Пейдж. Если бы не ты, я... Джейн! Джейн! Боже правый, скорее сыворотку! Джейн! Притихо мне. Пейдж, она очнулась! Джейн приходит в себя! Джейн, как ты себя чувствуешь, дорогая? Все нормально, все прошло. Электричества так и нет? Нет! Если они разбомбят щит, мы станем легкой добычей для любого ворокса! Ну и пессимистос. Ваш покорный слуга придумал, как раздобыть Погодинерро. Секунду! Мы застряли на острове. Ни Hovercraft'а, ни щита. Оптима отключила электричество. На щиту ни монеты. Так дело за монетами, Мия Белла. Ты как раз по адресу. Сеньорочки-директрисочки научного центрочка. Нужен фотокаталог всех животных планеточки. Она заплатит за каждый снимочек, на котором будет зверушечка. Мирра, глянь-ка, кто это ползет? Щелк, Тенга, готова, подставляй кармашечек. Ох, только не это! Очередная бредовая фантазия твоих куриных мозгов! У тебя что, короткое замыкание? Ну кому нужны твои зверушки? Очнись, сынок, на дворе война! Что ты понимаешь в этом? Ветчинная душонка, охранночка животных, есть mucho importante! Еще посмотрим, у кого тут короткое замыкание. Чао! Джейд, я нашел твой фотик! Вон он там! Камера к бою! Действуй! Здравствуйте, Джейд! Нам требует... Вы отлично работаете! Лады, деточка! Перевожу Динерро на их счетик! Пусть Оптима подавится! Электроснабжение восстановлено. Спасибо за то, что вы выбрали Optima Service. Щит активирован. Отлично сработано, Джейд! Пойду проверю, все ли там в порядке! Пускайся скорее! Кажись, для тебя есть работенка! Агентство Джей получен М-диск с заданием.
пришли за нами. Мы пропали. Мы все умрем. Не бойтесь, на маяке вы в безопасности. Бьян! Отцифровал! Вы отлично работаете. Удачной охоты. Отличный экземпляр. Добавляю в каталог. Посидите тихо, договорились? А, нет, Гав, нет! Запихиваю в сумочку. Хорошо, что у нас есть корпус Альфа. Он нас защитит. Держись. Нам нельзя расклеиваться. Гав, прекрати! Отдай сейчас же! Полевой броненосец, исчезающий. Чайки, отлично!
Фу, ты проиграл, блохастый. Отдавай добычу. Так держать! Агентство Джейд. Джей, это ты? Как ты, что пришел еще М-диск? Похоже на работенку для Джейд и компании. Ты посмотришь его? Я бы как раз закончил с этим. Распроклятым декодер-плеером. Он совсем отбился от рук. Есть! Класс, деточка! Бери! Текс. По нулям. Добрый день, мисс. Это война, если вы... Господин де Костелак... Ты не знаешь, кто этот де Костелак? Я... Откуда вы? Незачем нам ходить туда, Джей! Ты что, локо? Спятил? Динеро нам не помешает. Нужно же как-то защищаться от проклятых думц. Не волнуйся, Пейдж, ничего не случится. Хочешь, я пойду одна? Нет, дело не в том. Ладно, идем вместе. Только я от тебя не на шаг. Нравится тебе это или нет? Секунда, проверь компьютер. Джей, он тебе еще не раз пригодится. А я попытаюсь поставить этот проклятый ховеркрафт на крыло. Без меня этот дом развалился бы на куски. Все работает. Мы снова на связи с Эль Мундо, внешним мирочком. Оцифровал! Отлично! Итак, доктор, ваш диагноз. Ну, за дело! Ридер... Джейд и компании самое время пополнить копилку. Ну все, берем курс. Лучше бы нам взять курс прямо на гараж Мамаго. Боже, мистеру Ховеркрафту явно не здоровится. Нам бы только дотянуть до гаража. Там найдутся запчасти.
Эй, ребята, вы перепутали врага! Вот так-так! Финита ля комедия! Дьявол! Проклятая развалюха! Не в порядке, Колын Мага! Приходи в гараж, мамага! Мы решим твои проблемы! Беру вас на буксир, доставим прямоконько в гараж! Мамагу! Оперативно работают! Еще бы! Все, чтоб только заманить клиента! Давай вылезать из этой консервной банки, Джей! Фу, да! Что-то запахло паленым беконом! Вы отлично работаете. Эй, Джейд, зацени работу метеора. Была крыша, стало небо. Исам! Тут просит установить мотор Спидкрафт! Спидкрафт! Не вопрос! Браво, крошечка! Идентификация счета. Мехап Старко восстанавливает одно сердце. Мехапульсатор увеличивает шкалу энергии. Надо начинать экономить. Идентификация счета. Готово. По радио говорят, ждать нам нового нападения. Смотри, чтобы не застали врасплох. Я не могу здесь стрелять. Всеобщая тревога! Тревога! Развернуть щиты! Дом! Активировать защитные ограждения! Они атакуют! Заберите все двери! Тревога! Отстреляй по рыбакам, Джейк! Осторожно, мины!
Как же перевертеться? Они напали на корабли! Надо защитить людей! Он стреляет по рыбакам, Джей! Осторожно, мины! Мисс Джейд, господин де Костеллак желает как можно... Вы вошли в опасную зону. Ради вашей же безопасности. Спасибо за сотрудничество. Ребята, вы перепутали врага! Ха! Заходите, друзья! Добро пожаловать! До встречи, друзья!
говоришь, этот черный остров? За южными воротами! Прямо по курсу! Смотри! Гидра войны. Там что-то дымится! Метеоры пробили щит! Планете. Нужно быть очень осторожными, Джейн! Они ужесточают атаки! Враг сумел прорвать защитное ограждение и проник в Граждане Чили, Гидра. Здесь проходят гонки на ховеркрафт. Хочешь заглянуть? Привет, салага! Эй, бабули! Если нервы сдали! Отличная работа! Салага пошла на второй круг! Un poquito de
Пешеходный район. Сейчас! Мисс Джейд, господин Декаст... Защитное ограждение
Вчера ночью похитили еще 40 человек. Проклятые думы, мы все в опасности. Читали голос Хилли. За всем этим стоит группировка Лис. И неудивительно. Слава богу, у нас есть корпус Альфа. Он нас защитит. Принято. Отлично. Пленка отснята. Браво, Джейд. Высылаю макронасадку. Я перезаряжу вашу пленку. Идентификация счета готова. Класс, деточка! Стоять! Вход только для жителей города. Идентификация счета готова. Отлично. Теперь ты полноправный подписчик. Работа продвигается. С появлением корпуса Альфа, хилийская армия. По курсу Черный остров! Просит откликнуться свидетель.
держи. Спасибо. Очень приятно, мисс Джейд. Мой работодатель, господин де Кастеллак, подобно всем гражданам планеты, желает скорейшего завершения войны. Корпус Альфа утверждает, что нападающие разбиты на голову, но правда выглядит иначе. Твари Дунс уже проникли в каждый уголок планеты. Две особи были замечены на дне этой шахты. Если не предупредить население, их численность быстро возрастет. Господин де Кастеллак предлагает щедрую награду тому, кто решится сделать фотографию этих тварей. Это рискованное дело, и вы вправе отказаться. Думс не числится в списке моих друзей. Передайте своему шефу, я добуду с ним.